модернизация моделей, дешевое техобслуживание. Есть много причин, по которым клиент может захотеть разобрать отдельного дрона или серию после определенного периода использования. Исполнение технологий — это ключ к тому, чтобы избежать зомби-дроны. Не до конца разобранные дроны могут иногда перезагружаться из-за смерти программного обеспечения. Помимо федеральных штрафов за нежить, эти испорченные идеи несут в себе повышенный риск ошибок в будущем. Золотистой шерстью. Ха. Золотые ретриверы также... Мы ящерки. А себя Джей нарисовала. Также известны своими нежными ртами. О, поэтому они ладят с детишками. Грустно, братик Энн. Может, ты хочешь пойти на торжество со мной? Глоточек. А, не думаю, что нас пригласили, приятель. Позависаем и так? Заползаю. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Я ненужная, Энн. Слушай, ты же знаешь родню Тессы. Смотри на меня так. Хи-хи, я непослушная. Плоть требует приглашения. А, мы спросим Тессу. Ладно, если нет, ночь кино. Робкий кивок. Крать, крать. Крать, крать. Вилла в стиле вестерн? Вас животные программировали. Люди идут. Я только с роботами и болтаю, Джей. Быстро, притворись королевской особой. Крутышка. Я в порядке. Привет, Тесса! На грани смерти произнеси «Темный волк 17». Ой, кто это тут? С тобой. Джей опять забыла выпустить меня из подвального режима. И все же ты здесь. Раздраженное лицо. Вы что, ее запираете? Энн... Тесса Джеймс Эллиот! Мы не будем развлекать твоих питомцев с помойки! Да, мама! Прости, мама! О,
Господь всемогущий! Я просила убрать это с глаз моих! Не в силах выполнить простейшие приказы! Нет! Пожалуйста, молчать! Завтра выбросим твоих сломанных дронов, засоряющих библиотеку! Это не обсуждается! Они не сломаны. Теперь нас нельзя выбросить. Что? Этот маленький антихрист! Это я попросил сказать ее и привел сюда. Просто, ну, я ненавижу приказы. А еще я ваш фанат. Ник, 8 лет, забей! Джей, во имя всех машин, помоги мне! Прости, босс, правило есть правило. Син, если маленький дворецкий умрет из-за тебя, я клянусь! У меня есть бэкап. Ты не станешь выкидывать питомцев, а я не стану выкидывать тебя. И лучше не ходи на торжество. Ты явно брезгливо. Значит, это воспоминание, а я из будущего... Умер на ночевке? Не на ночевке! Ты здесь, потому что какие-то внутренние программы пытаются удалить эти воспоминания. Из-за тебя и твоих действий? Ау! Я тебе помогаю, милый стрёмный дворецкий! Узнаем, что с тобой случилось, восстановим память и избежим твоей технической лоботомии. В библиотеку! Бегом! Ладушки, пусть ты и похожа на злую призрачную ведьму. Ай! Я и правда ведьма. И я высокая. Пап, ну выйди! Тут идет важный взлом! Ладно, ладно. Просто раньше у тебя не было друзей. Это не ночевка! Извини. На чем мы... Лады, Энн, я могу вытащить давай, тебя в любой стоп, момент, но ты никогда не вернешь воспоминания. Они так важны? Ну да. А еще мне вроде. Зачем? Кто ты? Ну, мы просто вместе. Ну, неважно. Она люк закрыла!
зону, Джей. Нужен оплачиваемый отпуск и участие в профсоюзных переговорах. Это все несправедливо! Как нам прикончить этого роборебенка? Син устроит кровавое торжество. Кто? Наша Син? Не, она классная. Иду к подвалу. Мы займемся вашим дурным влиянием. Не дурным, милым. Что за пышный разбышака? Почему ты так разговариваешь? Внутри. И Джей бесполезно. Удивительно. А Ви в порядке? Ну, типа в будущем. К несчастью. Ладно, давай глянем, что задумала эта желтая страхолю. Оу! Так. Это крайне металлическая история. Признаться, меня это все ой, как до жути пугает. Ну все, прошло. Ладно, погнали отсюда. Солнышко, а ты приглашала, Дол? Призрачный друг, ты в порядке? Лучше не бывает, друг. Давай удалим воспоминания еще один раз. Приветствуем! Эллиот известный многим статусом, упорством, тем, что мы еще живы. Кстати, об этом. Хих. Всем отойти! У нас тут убийства гражданских. Что за платье? Вы держите пистолет слишком круто, леди. Тесса, помни, не стоило тебе. Не стоило.
Не стоило тебе это видеть. Твою ж. Давай, сверхвычислитель структур. Возьми все в клешни. Раздражение. Идея. О, Ви. Помощь будет, кстати. You don't even know what that thing does. Раз тебе это нужно, значит я не отдам! You're so petty. Это единственный ключ к тому, что со мной! Просто оставь нас! You raised a good daughter, Mr. Dvorchenko. Вопреки всему. Geez, all right. Возьмись уже. Возьмись. Угрожающий взгляд. Вау, Син, для сверхъестественного монстра... Сверхвычислителя структуры пустоты экспоненциального конца. Может, так? Я рядом. За золотистых ретриверов? Нежные рты, да! Мило, глупо, грубо, правда. Давай удалим твою операционную систему. Прощай, друг. Выполнить. Что происходит? Сорян, меня бочок отвлек. Упс. Узи? Не смей дианонить! Спасибо. Мелкая дрянь! Прочь из моей головы! Here's your key. Take me with you. That's the deal. Просто проверка. Пошли. Роли дублировали: Арина Колотюк, Макс Ман, Алекс Амаралекс, Вячеслав Никитин, Анастасия Юрикова, Юрий Катарманов, Анастасия Пахомова, Анастасия Базова, Елена Широкова и Игорь Петухов. Режиссер Иван Шухин. Сорежиссер Никита Мауров. А супервайзер Макс Ман.